Кажется, школьники пишут диктант, а потом заполняют анкету. Каждый школьник сейчас информант, каждый должен воздать по ответу. Что ты хочешь? Поставлен вопрос. Отвечай аккуратно, всерьез. На Камчатке сижу, карандаш своему солю. Что-то вам я сказать соизволю. Я хочу, чтобы дети в России не плакали, чтоб жилось у нас веселей, светлей год от года. И почаще народу в газете у нас намекали, что неправильно яйца понял из великого слова «свобода». Тюрьмократы поймали бомжу, потащили в свои казематы. «Что ты хочешь?» — кричат. «Не скажу!» «Не пытайте меня, тюрьмократы!» А когда стали кости ломать, он ответил: «Ну что ж мне сказать? Так и быть, так и быть, я пойду вам навстречу. Приготовьтесь, сейчас я отвечу. Я хочу, чтобы дети в России не плакали, чтоб жилось у нас веселей, светлей год от года. И почаще народу в газете у нас намекали, что неправильно Ельцин понял суть великого слова «свобода». Вот я плачу, и вот я плачу. Что за жизнь, когда жизнь без просвета? Я не знаю, чего я хочу. Ты прости меня, друг мой, за это. Я не знаю, чего я хочу, и поэтому я промолчу. Завтра выпьют они за великого Бога и промолвят: хотел он немного. Он хотел, чтобы дети в России не плакали, чтоб жилось людям веселей, светлей год от года. И почаще народу в газете у нас намекали, что неправильно Бейтсом понял суть великого слова «свобода». Так пускай же все дети повсюду не плакают, пусть живется нам всем веселей, светлей год от года. И пусть чаще народу в газете у нас намекают, чтобы правильно каждый понял суть великого слова «свобода и ответственность». Ну, как-то так.